Радио Минск. Объясните. Рубрика «Объяснительная». Задумались. А все почему? Потому что... Хотим вам рассказать о том... Вчитывались да. В подарочные строки, потому что в качестве подарка сегодня кто-то из слушателей получит пригласительный в театр на постановку... «Машенька». Лирическая комедия. Это сейчас гастроли проходят Тульского драматического театра. У нас в Мускомедии. Вот, и они вот привозят такую комедию. Для того, чтобы получить данный пригласительный, нужно вначале внимательно выслушать объяснение. Сегодня наши друзья из МЧС будут объяснять какое-то слово из своей профессиональной сферы деятельности. Вот, а вам нужно будет это слово разгадать. Так вот, тот человек, который первым правильно разгадает данное слово и пришлет смс-сообщение с этим словом на короткий номер 9240, получит пригласительный на спектакль «Машенька» в театр Мускомедии. Да, также небольшой, скромный, но очень приятный подарок от Радио Минск. Итак, слово, связанное со сферой деятельности МЧС, на номер 9240. Что это за слово? Слушаем объяснение. Из детских мультиков ассоциация «Крылья, ноги, хвост». Один российский поп-певец готов был целовать его. Можно в ящике его встретить у подъезда. Он очень нужен детворе. Он на дорожках во дворе. Он на стройке и на пляже, и в стекле расплавлен даже. И еще карьеры есть такие. Из этого классно делать замки. Страус, сбивающий голову. А еще он есть в почках. Кто такой вездесущий, есть и в ящике, и во дворе. Ага. И его целовать хочется. Просто мне понравилось, что можно его встретить в ящике. Запросто. Это как-то страшновато немного. Вот, поэтому на номер 9240 ждем ваши варианты ответов. И через минут 7 подведем итоги. Пока послушаем Грет Уайт. Радио Минск. Объяснительно. Объяснительная обращалась за помощью к тем, кто оказывает помощь людям. Правда, они по более важным делам, конечно, это наши спасатели, это МЧС. Вот. Но и нам они не отказали в помощи, записали описание некоторых слов. Сегодня было слово с вездесущим веществом. Это песок. Песок. Правильный ответ таков. Сейчас послушаем еще раз объяснение от МЧСовцев. И потом узнаем, кто же был первым правильным со своим ответом, а также кто отправится в театр на постановку «Машенька». Из детских мультиков ассоциация «Крылья, ноги, хвост». Один российский поп-певец готов был целовать его. Можно в ящике его встретить у подъезда. Он очень нужен детворе. Он на дорожках во дворе. Он на стройке и на пляже, и в стекле расплавлен даже. И еще карьеры есть такие. Из этого классно делать замки. Страус, сбивающий голову. А еще он есть в почках. Ну вот, последнее объяснение, это уже больше из медицинской тематики. Но тоже про песок. Да, но тоже песок. Спасибо всем за правильные ответы, но первым был наш слушатель или слушательница, чей номер заканчивается на 3-0. Вот такой красивый номер. Да. Вернее, такие красивые три цифры в окончании этого номера. Поздравляем вас. Сейчас совершим телефонный звонок, расскажем, как забрать пригласительный в театр и небольшой сувенир от Радио Минск. Да, потому что Машенька с Тульским театром, она ведь уедет, когда уедет Тульский театр, а сейчас в Мускомедии вот в ближайшие дни можно посмотреть. Это не та Машенька, которую на боку мы разбирались, это другая, это Александра Николаевича Афиногенова пьеса. Поэтому сходите, посмотрите, там комедия вроде, ну, что-то такое легкое, но, тем не менее, интересное. Про взрослых, пожилых, скажем так, и маленьких людей. А пока вили-нили.